Прежде всего, кальций – это макроэлемент. Он принимает участие в метаболизме белков, витаминов, минеральных компонентов. Конечно, работает он не только сам по себе, но в комплексе и с магнием, и с калием, безусловно, с медью и железом. И сейчас мы должны понять, что микроэлементы, то есть макроэлемент кальций, микроэлемент, обеспечивают энергообмен в клетке. Как они это делают? Прежде всего, мы знаем, что в каждой клетке у нас есть система цитохром P450. Электроны, переходя по этой системе, понижают или повышают свой уровень, и результатом становится накопление макроэнергических соединений. То есть мы понимаем, клетка – это не лампочка. Сама по себе она не включится, и энергию в виде света излучать она ни в коей мере не будет. То есть клетка запасает энергию в виде специальных макроэнергических соединений. Но и просто так эти соединения не будут запасаться, ну, условно, как гликоген в эпителиальных клетках. Такого же не происходит. То есть клетка в результате химических реакций запасает макроэнергические соединения. Вот это то, когда мы говорим, что нужно дать клетке дополнительную энергию. Вот как мы ее дадим? Подключим к проводкам? Нет, конечно. Мы будем стараться, чтобы эти макроэнергические соединения накапливались. А как это сделать? С помощью биохимических реакций. Но мы опять же с вами знаем, что биохимические реакции – это каталитические реакции. Реакции, которые происходят с участием ферментов. Ферменты работают с помощью коферментов. А вот активными центрами ферментов и коферментов как раз являются те самые микро- и макроэлементы. Вот мы сейчас с вами выстроили ту самую вертикаль, чтобы понимать роль элементов вот в этой полной системе гомеостатического регулирования. Кроме того, обратите внимание, как работают элементы в обеспечении ферментных систем. Селен работает в селензависимой глютатион-пероксидазе. Глютатион-пероксидаза – это что за ферменты? Это ферменты антиоксидантной системы. Цинк также работает как активный центр ферментов антиоксидантной системы. То есть что нейтрализует? Нейтрализует продукты липопероксидации. Что у нас? Супероксид дисмутаза. Марганец тоже супероксид дисмутаза. И железо работает в ферменте каталаза и миелопероксидаза. То есть мы с вами разобрали базовые ферменты и понимаем, что если будет дефицит элементов, таких как селен, цинк, медь, марганец, в конечном итоге что произойдет? Произойдет нарушение биохимических процессов, и мы будем иметь то, что бы все мы, как врачи, не хотели бы иметь. Оксидативный стресс. А какая парочка у оксидативного стресса, давайте вместе задумаемся, всегда существует рядом. Оксидативный стресс, хроническое воспаление. Хроническое воспаление и оксидативный стресс. Вот это вот пара, которую нам нужно по-любому разъединить. Как мы можем эту тему порешать? Конечно, дотацией необходимых элементов. Потому что хроническое воспаление, и мы это воспаление будем видеть, мы его реально и видим сейчас вместе с оксидативным стрессом. Даже если мы не посмотрим общий антиоксидантный статус, мы можем посмотреть более реальный и более такой практический показатель сейчас. Это C-реактивный белок. И если мы видим его на уровне 50-60, мы всегда можем говорить, уже подумать о хроническом воспалении. И не только бактериальной природы, конечно, ситуация намного шире. Поэтому опять у нас возникает проблема, как мы к этому будем подходить. Ну и, конечно, микро-макроэлементы оказывают модулирующее влияние с антисептическим эффектом,
к стимулированию выработки собственного лизоцима. Это очень важно. Конечно, мы как доктора понимаем, что у нас есть всегда различные лизоцимовые подачки для организма, лизоцимовые конфетки, вкусные конфетки лизоцимовые, но мы также знаем, что организм очень легко к этим иммунным подачкам привыкает, и в конечном итоге мы не получим должной выработки лизоцимов нашим ротовой полостью, в ротовой полости, в желудочно-кишечном тракте, на поверхности слизистых оболочек репродуктивного тракта. Далее, дорогие друзья, очень важная тема — роль микро-макронутриентов, элементов и иммунитет. То есть мы понимаем, влияние биогенных, абиогенных минералов на иммунную систему очень велико. Чаще всего это влияние положительное, мы говорим о железе, цинке, селене. То есть это те элементы, о которых мы сегодня будем говорить. И возвращаясь к теме замечательного кальция, который является самым распространенным элементом в организме человека. И его роль в поддержании гомеостаза ключевая. Причем если раньше, еще скажем, даже лет 15 назад мы с вами говорили о чем? Что кальций нам нужен для укрепления здоровья костей, скелета, зубов, волос, ногтей. Безусловно. Но на сегодняшний день роль кальция намного шире. Безусловно, да, основные запасы кальция находятся в виде гидроксиапатита в костной системе 99%. Они формируют скелет. Но 1%, который находится в жидкой неоформленной соединительной ткани, решает множество важнейших процессов. Есть у нас очень важная за спиной нормативно-правовая база, скажем, в целом на уровне планеты Земля. Это рекомендации ВОЗ, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения в этом случае. Во-первых, на этапе прегравидарной подготовки кальций рекомендуется принимать в виде пищевых добавок. Ежедневная норма кальция для профилактики гипертензивных нарушений во время беременности составляет от 1,5 до 2 граммов, но элементарного кальция. Мы говорим о женщине на этапе прегравидарной подготовки и на этапе беременности. Это очень важно. Но кроме этого существует еще масса ситуаций. Это и ситуация, связанная с работой сердечно-сосудистой системы и, конечно, иммунной системы. Почему возникает дефицит кальция? Ну, мы прекрасно понимаем, эта тема достаточно широко обсуждается. Это неправильное питание, безусловно. Мы с вами разберем, то есть если общий кальций низкий, ионизированный выше нормы, принимать ли кальций? Да, безусловно, принимать кальций, конечно. Изменилась структура питания. Появились те самые напитки, усилители вкуса, различные глутаматы, которые не позволяют усваиваться кальцию. Но есть еще один момент, вот вы очень вовремя задаете этот вопрос, когда по результатам лабораторных тестов кальций низ, в норме. Бывает такое, но мы наблюдаем дефицит кальция. Почему происходит эта ситуация? Гормональная система запускает процесс выработки паратиреоидного гормона, того самого парагормона. Давайте разберемся. Подождите, пожалуйста, сразу. Вот мы сейчас как раз разбираем, дорогие друзья, эту тему. Обратите внимание, кальцитриол перед нами, как раз тот самый витамин D, о котором вы пишете. Далее. Что приведет к высвобождению кальция из костей и перемещению его в кровь? А дальше как раз ваш ответ. Эндогенный кальций может оседать в мягких тканях, в кровеносных сосудах, способствует развитию атеросклероза, но при этом кальция по анализу будет много. И вот это основное свидетельство того, что кальция недостаточно, и в питании он не может выполнить положенные ему функции. Рассмотрим нашу табличку. Что нужно? Совершенно верно. И дотация кальция, и дотация витамина D. Совершенно верно. Далее, дорогие коллеги. Кроме того,
У кальция мы наблюдаем, как и у витамина D, и костные, и внекостные эффекты. Костные нам знакомы, формирование костной и мышечной ткани, а вот внекостные эффекты, которым в последнее время уделяется особое внимание, это влияние на процессы старения, в том числе и старение иммунной системы. Это снижение риска развития аутовоспалительных, хронических воспалений, влияние на содержание цирреактивного белка и риск развития гипертонии. То есть очень интересны современные внекостные эффекты и влияние кальция на работу иммунной системы. Что касается иммунной системы, эту табличку я специально поставила в уменьшенном варианте. Вот так на сегодняшний день выглядит иммунная система. Мы думали раньше, что иммунная система похожа на что? На зонтик. Но мы же понимаем, что при нынешних вот бурях, ураганах и дождях зонтик не спасет человека. И вот этот комплекс, весь комплекс иммунных реакций, даже если мы не будем вдаваться в подробности этой большой схемы, мы понимаем, что он в конечном итоге во многом зависит от кальция. Как устроена наша иммунная система? Мы можем сказать очень коротко, что это крепость, у которой есть защитники, воины первого, скажем, такого порядка, нейтрофильные гранулоциты. Бывают слизистые барьеры, как рот с водой. То есть это та самая крепость, которая вынуждена и должна нас защитить. Так вот, алгоритм неспецифической защиты от инфекционных агентов можно, конечно, представить в виде каскада трех последовательных реакций с участием ионов кальция. Это все кальций-зависимые процессы. Распознавание инфекционных агентов специфическими рецепторами. Раз. Активация генов, участвующих в регуляции воспаления иммунного ответа. Два. Ну и, конечно, этап элиминации инфекционных агентов и продуктов их жизнедеятельности. Три иммунных этапа, три кальций-зависимых процесса. Поэтому иммунологи в своей работе, и я как иммунолог, конечно, сторонник приема кальция и продуктов, которые кальций содержит. Обратите внимание, я обращаю прямо ваше пристальное внимание на это. Роль кальция в улучшении ключевых функций фагоцитов. То есть фагоцит передвигается как, кто был на циклах по иммунологии, выдвигая свои псевдоподии и заглатывая путем фагоцитоза какой-то патоген. Как это происходит? Чтобы у нас фагоцит передвигался роллингом по эндотелию, необходимы определенные сократительные действия этого клетки. Так вот, сокращение клетки тоже кальций-зависимый процесс, такой же, как и фагоцитоз. И мы видим, что прием кальция влияет и на поглотительную, и на переваривающую способность фагоцита. Поэтому те эмпирические знания иммунологов, которые ранее 10, 20, 30 лет назад говорили о том, что пациенту нужна белковая пища, и еще дополнительно назначали кальций, сейчас под собой имеет очень прочную научную базу о том, что мы должны регулировать те кальций-зависимые процессы на уровне иммунной системы. Сколько должно быть кальция для эффективной работы органов и систем? Для взрослых считается нормой, если уровень кальция в сыворотке где-то от 2,25 до 2,75 ммоль на литр. Но опять же, дорогие коллеги, это зависит от референсных норм на определенной территории. Мы тоже с вами эти референсные нормы знаем, ну как, например, нормы лейкоцитов. То есть у нас есть районы, где референсные нормы 3, 3,5-4. И мы к этим нормам относимся более-менее спокойно. А есть у нас районы, где референсные нормы 6, 8 и до 10, как положено. Очень важно соотношение кальция и фосфора. При соотношении кальция и фосфора 2 к 1 не образуется нерастворимый трехосновный фосфат кальция. И как это происходит, за счет чего? За счет ограничений, если мы говорим о питании, бобовых,
печени шоколада и обогащение пищи кисломолочными продуктами, животными белками, если это можно сделать. Дело в том, что оптимальное соотношение важно не только кальций-фосфор, но и кальций-жир. То есть где-то в среднем 0,04 кальция на 1 грамм жира. При избытке жира, мы говорим о метаболическом синдроме, в кишечнике образуются кальциевые мыла, которые очень плохо всасываются, выводятся с калом, что опять же будет способствовать потере кальция. Дело в том, что вопрос, как компенсировать витамин D, если так, почему компенсация витамина D очень долго продолжает, но я так понимаю, что вопрос не дописан еще ко мне, вы, пожалуйста, допишите, и мы вернемся к вопросу о витамине D. Так что же способствует и препятствует усвоению кальция? Ну, во-первых, низкая концентрация кислоты в желудочном соке. И дело в том, что карбонат кальция практически проходит через организм транзитом при недостатке соляной кислоты. А гидроксиапатит и цитрат кальция, ну цитраты мы знаем, вообще работают очень хорошо, на 50-60% усваиваются, даже если у нас кислотность не соответствует норме. Но что нам нужно знать? Чтобы кальций прошел именно в костную ткань, необходимо в этой ткани наличие клеток молодых остеобластов. Именно остеобласты способны, ну если бы мы перевели это на обычный человеческий язык, конечно, клетки так не могут, как мы им наделяем их такими свойствами. Они не способны заниматься минерализацией межклеточного матрикса в кости. То есть мы говорим об остеобластах и их возможностях. Рождение остеобластов зависит от уровня тестостерона, главного анаболического гормона не только у мужчин, но и у женщин. Так вот, нормальный уровень тестостерона – залог того, что кальций будет усвоен костной тканью. Опять мы выстраиваем с вами очень важную вертикаль кальций, гормональная недостаточность. Опять не забываем об уровне витамина D, который в данном случае считается у нас прогормональным веществом. Дальше. Но может ли бесконтрольный прием кальция принести вред? Очень часто иногда слышишь, на всякий случай примите кальций. Большое количество неорганических солей кальция, которые, к сожалению, содержатся в ряде аптечных, очень дешевых препаратов, то есть иногда вот такое бывает, это карбонаты, глюконаты, оксалаты, приводят к атеросклерозу, образованию кальцинатов. И дело в том, что это не всегда приемлемая ситуация. Это к вопросу о предпочтениях, которые вы задали. Доступные для усвоения формы цитрат и гидроксиапатит. Важно, чтобы кальций, это тоже принципиально, на протяжении всей жизни поступал равномерно, в достаточном количестве. То есть, чтобы у нас не было ситуации сегодня много, а через неделю, ну как-нибудь уж. Тоже такие ситуации бывают. То есть бывает так, что пациент принимает неделю, две, три усилия на кальций в надежде, что там какой-то процесс будет у него кальцинироваться, а потом все, ну не получилось, не увидел человек результата, и все, прием кальция навеки закончен. Все, комплаенс у нас на нуле. Нет у нас приверженности приему кальция. И вот наша задача на этом этапе обязательно убедить, рассказать пациенту о важности регулярного приема и регулярной дотации кальция. И при наличии хронического воспаления, если у нас есть показатели хронического воспаления, это частичный ферритин, конечно, это и С-реактивный белок, это и лактоферин, возможно, частично отвечает за решение этих проблем, нам может ответить на вопрос. И, конечно, для профилактики хронических воспалений и ситуация в анти-эйдж.